Новостей у нас много. Мы теперь спустились на пол, живем в вольере, периодически бегаем по всей квартире, причем иногда действительно прям бегаем. Вот, вот у нас есть теперь вот такое возвышение, перевернутое, лежачок вверх тормашками. Нам очень нравится на него залезать, но сейчас уже дети спать ложатся. Так понимаю, что наигрались. Мы теперь все имеем собственное клеймо и чип, так что теперь наших детей не перепутаешь ни с кем. Вот, осталось сделать кучу документов. Ежевика, давай покажем наш ошейничек. Покажешь? Где наш ошейничек? Вот. Вот у нас ошейничек какой. Со скотч-терьерами. Такой ошейничек только на ежевике, потому что я купила только красные ошейники. Это ошейники не для того, чтобы я отличала щенков, а для того, чтобы с щенками владельцам дарить эти ошейнички со скотч-терьерами. Вот. Но из-за того, что сейчас вообще не видно, кто в каком ошейничке и кто где, я вот надела хотя бы на ежевику, чтобы хотя бы девочку выделять из всех и понимать.